приветствую вас, друзья. Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. И недавно произошел очень неприятный для меня инцидент. Кстати, это происходит уже не первый раз. Я обучаю людей. Я участвую в проекте «Всем миром». И со мной обучалась девушка, партнер, которая в 2015 году пришла ко мне в проект. Задавала очень много вопросов. Ей даже было неудобно, что она задает столько вопросов. И я всегда говорю, задавайте свои вопросы, чтобы тот, кто много спрашивает, много знает. Я знала, что это амбициозная девушка, и что у нее большое будущее. У нее свой канал, она пишет много видео. Кстати, она раньше никогда не писала видео, пока не познакомилась со мной. Задавала очень много вопросов, и я всегда на них отвечала, много тратила на нее время. И ну, все равно она не делала то, что делала я. То есть не все выполняла, не полностью дуплицировала меня. Например, я выкладываюсь на 100%, она выкладывается на 40 или на 50%. Соответственно, я купила 4 квартиры, а ее доходы, которые получала она 3 года, ее не устроили. И в итоге что получается? Получается, не плюй в колодец, тебе еще надо будет оттуда пить. Не надо меня поливать гадостью. Мы не работаем старыми методами и никогда не будем работать старыми методами, потому что мы постоянно обучаемся платно в интернете и даем все эти фишки своим партнерам. Что-то даем бесплатно, что-то даем платно, проводим обучающие марафоны. Сейчас у нас идет уже второй марафон, где люди получают знания, люди выполняют домашние задания и двигаются вперед, соответственно, они получают денежные переводы в свой адрес. Мне выгодно обучать партнеров, потому что чем богаче мои партнеры, тем богаче становлюсь я. Но мне очень неприятно, когда люди, которые со мной работают, снимают видео, снимают мне видео «Спасибо», благодарят меня, потом им обещают золотые горы в другом проекте, в каком-то. Они думают, что там, где им пообещали золотые горы, лучше. Начинают меня поливать грязью. Не делай людям добра, не получишь зла. Ну, конечно, это неправильно. Надо делать добро, и добро вернется. Я уверена, что этот партнер побегает и все равно вернется к нам. Но вопрос в другом. Нужен ли этот предатель-партнер мне? Я предателей обратно в свою команду не беру, даже если это касается денег. Так что, друзья, прежде чем поливать меня грязью, подумайте 10 тысяч раз. Если у меня получилось, это не значит, что мои методы не работают. Это вы не смогли заработать. Это не значит, что проект «Всем миром» плохой. Я не имею никакого отношения к администрации. Это не проект «Всем миром», Лохотрон. Это вы свою задницу не смогли поднять, чтобы хоть $1 заработать. Поэтому, кто хочет к лидерам, кто хочет развиваться, обучаться и идти вперед сначала к 1 000 000 рублей, а потом к 1 000 000 долларов, добро пожаловать к нам. Но предварительно обязательно посмотрите видеопрезентацию, как это работает, и подумайте, нужно ли это вам, готовы ли вы выкладываться на все 120%, чтобы работать в интернете, даже работать от слова «раб», чтобы получать удовольствие от той деятельности, которую вы делаете. И помните слова Конфуция: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, как это делаю сейчас я». Я полностью отдаюсь проекту «Всем миром» и делаю это от души. И все вот это в совокупности приносит мне много-много денежных переводов.
А то, что вы говорите, что у меня старые методы, или я как-то вас не научила, значит, вы не захотели научиться. Вы, значит, не 100% дуплицировали мои действия. Я считаю, что если у меня получается, и партнер будет делать так же, и будет хотеть делать так же, у него все получится. До скорых встреч!